Это прогноз погоды, и я его ведущая Анна Базлева. Здравствуйте. Все ниже опускаются температуры за окном, а в ночные часы уже ощутимые заморозки. Пришло время не только сменить одежду на более теплую, но и подумать о зимней резине. В Кировске завтра всего 3 градуса тепла, к вечеру температура воздуха опустится еще ниже, ветер незначительный 2 метра в секунду. В первой половине дня возможен слабый дождь со снегом. В Апатитах чуть теплее, плюс 3, плюс 5. Днем будет небольшое прояснение, но в основном облачная погода. Здесь тоже слабый ветер, атмосферное давление в пределах нормы. На севере Кольского полуострова завтра довольно комфортная для середины осени погода. Воздух прогреется до 5 градусов, будет облачно и без осадков. Правда, мурманчане ощутят порывы юго-западного ветра. В Кандалакше небольшой дождь пройдет в ночные часы. Днем будет облачно, но тоже без осадков. Температура плюс 4, плюс 6. Утром возможен туман. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Длительность светового дня на широте Кировска и Апатитов завтра составит 9 часов 41 минуту. Необычный праздник приходится на 13 октября и называется он «Побалуй себя». Призван напомнить людям, что жизнь скоротечна, и поэтому нужно ценить каждый момент и радоваться тому, что нас окружает. На этом у меня все. Берегите себя и своих близких.